Подпишись на канал, жмякни колокол и лайк не забудь поставить. Давай-давай! Тот, кто не умеет плавать под водой, может плавать под травой. Продолжаем. Козлы, а ведь вы еще и свиньи. То есть до этого они просто сидели в подъезде, а теперь еще и мусорить начали. Дальше. Запись на акцию «Я выбираю жизнь» закончена. Есть ли жизнь после акции? Непонятно. Дальше. Ну это гениально, по-моему. Только в России может быть лестница в никуда. Дальше. Повзрослевший персонаж. Дальше. Объявление. Требуется два человека, которые хотят работать, вместо двух человек, которые не хотели работать. Дальше. Зона пингвинов. Не стучите по стеклу. Пингвины вас видят и слышат. Просто не любят. Нас не любят пингвины, друзья. Дальше. Видимо, это туалет в доме литераторов. Дальше. Вот это гениально, друзья. 2009 год. 250 детей получили настольные лампы, которые дарят свет и уют. 2010 год. 250 детей получили новые очки для коррекции зрения. Ровно 250. Они же. Вы представляете, дальше что... Дальше поехали. Фантастика. Солнечная Турция. При бронировании двоих взрослых ребенок как багаж. То есть в аэропорту не хотите замотать ребенка, нет там? Дальше. Welcome to к нам. Россия. Вот, матушка. Чтобы было понятно. Дальше. В связи с пожаром в ДК «Геолог», где расположена подстанция АТС-75, номера, начинающиеся с 75, временно работать не будут. За информацией обращаться по телефону 75-02-12. Вот это гениально. Да, да, давайте дальше. Макдональдс, они пришли, чтобы мстить. Это когда рядом висят вообще какой-то рекламы фильм, какие-то, вообще забавно получается. Давайте дальше. Монеты менять у продавца на яйцах. Администрация рынка. Дальше. И выход там же, кстати, да? Что это за чушь вообще? Давайте дальше. Российская эстрада. Друзья, кто-то из наших заметил, странно, почему только один голубой стоит? Дальше. Ну, зато честно. Впервые фестиваль непрофессиональных пиротехников. Пойдете на такой фестиваль? Уважаемые гости, у нас сегодня траур до 12 часов. А потом дискотека. Дальше. Шепотом написано. Ответственный за технику безопасности бессмертная ЮМ. Вы на правильном пути. Вот туда. Дальше. Ну, друзья, гениальное последнее, без намеков, без пропаганды. Это еще раз доказывает, что политика не женское, иногда грязное дело, друзья. Виктор Васильев. Зараспространите это среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.